США обещают Украине новую финансовую помощь – 190 миллионов долларов. Об этом по итогам переговоров с Петром Порошенко заявил американский вице-президент Джо Байден. Деньги дают, как он выразился, на прогресс. Президент Украины поспешил заявить на совместном брифинге с Джо Байденом, что в результате реформ стране удалось избежать финансового дефолта, который еще год назад казался неизбежным. Впрочем, всего две недели остается до крайнего срока платежа Киева по кредиту, предоставленному Украине Москвой. К 20 декабря Россия ждет от Киева исполнения обязательств по долгу в 3 миллиарда долларов. Как заявили в российском Минфине, в противном случае Москва подаст на Украину в суд, а это уже будет означать суверенный дефолт Украины, отмечается в сообщении ведомства. А в МИДе говорят, что Соединенные Штаты, отказавшись предоставить гарантию в рамках предложенной России реструктуризации долга Украины, фактически признали отсутствие перспектив восстановления ее платежеспособности. Такое заявление в интервью Интерфаксу сделал сегодня министр Сергей Лавров. Что касается визита вице-президента США в Киев, то перед встречей с Петром Порошенко Джо Байден пообщался с украинскими парламентариями и с мэром Киева Виталием Кличко. Судя по сообщениям, важную роль уделяли необходимости борьбы с коррупцией по всей Украине. Сам Джо Байден сказал сегодня, что Украина остается в зоне особого внимания руководства США. За последние два года я был здесь четыре раза, и по телефону мы беседовали, наверное, более 1000 часов. Мне даже кажется, что я больше общаюсь с президентом, чем со своей женой.